суток. Приветствую вас на канале BestSEO. Сегодня мы с вами рассмотрим проект Cibus. Сейчас мы находимся на официальном сайте проекта. Это cibus.world. Каждый знает, что экологическая ситуация в мире сейчас не в самом хорошем состоянии. Именно поэтому интерес к натуральности продуктов только возрастает. А вместе с этим, соответственно, и растет рынок предложения. Каждый день открываются сотни новых магазинов, интернет-магазинов. А любому человеку, как потребителю, очень важно быть уверенным в том, что продукт обладает хорошим качеством, в то же время был приемлемый по цене. А производителям важно не терять свою марку и получить хорошую прибыль. С какими сложностями приходится сталкиваться, к примеру, давайте рассмотрим производителя, да? Первое – это информационно подкованные потребители, которые требуют низких цен и высокого качества, ограничения на информацию о происхождении поставок. Также они хотят оградить себя от подделок и контрафактной продукции, что очень является одной из основных проблем. Неорганизованная цепочка поставок продукции. Поэтому для того, чтобы даже мелкие производители могли выйти на международный рынок, была создана компания. Создана компания Cibus, соответственно, World. Данная компания решает все эти проблемы. Бизнес-модель этой компании основана на двух платформах. Первая платформа направлена на 4 модуля. Это Cibus Trace, первый модуль, да? Это способность отслеживать все продукты питания и добавки на всех шагах изготовления, переработки и распределения. Дальше Cibus Social. Это социальная платформа, которая поможет наладить взаимодействие между покупателями и продавцами. Далее идет Cibus Retail. Это виртуальный бизнес, который позволит покупателям приобретать продукты и оставлять отзывы. Cibus Trade. Это массовое приобретение трейдов для торговли. Вторая платформа, вот она состоит из вот этих 4 блоков. Первый Cibus Logistic. Соответственно, это открытие собственного логистического центра, что позволит доставлять продукцию клиентам с центрального склада. А Cibus AD – это рекламная маркетинговая платформа. А Cibus Affiliate – это модель вознаграждения маркетологов посредством продвижения ссылок и рекламы. И Cibus Escrow. Это уже соглашение непосредственно о посредничестве в финансовом плане. То есть выплата будет осуществляться только тогда, когда все условия и соглашения сторон выполнены. Система отслеживание очень важно для цепочки поставки продукции, поэтому система блокчейн полностью поддерживает ее. Для этого была создана платформа, глобальная экосистема Cibus, имеющая базовую криптовалюту для всех транзакций. А основным же преимуществом проекта над остальными, это то, что Cibus будет запускать оборудование последнего поколения. Это улучшенные датчики, которые непрерывно будут следить и отправлять данные в блокчейн. Компания делает акцент на прозрачности и надежности системы, ведь основная миссия проекта – добиться прозрачности в глобальной цепочке поставок. Ну, в принципе, подобного проекта я еще не встречал, если честно. Сколько ICO на моем канале было разобрано. Как бы я бы рекомендовал вам
изучить белую бумагу. Это white paper, он доступен на сайте. Презентация, токен контракта, где все описано, все стадии проекта, как он создавался, какие планы, планы развития, перспективы развития токена. И, соответственно, принимать решение. До конца ICO осталось 6 дней, еще есть возможность получить бонус 16%. Соответственно, что еще из плюсов, да, SoftCap был собран, как мы видим. Соответственно, проект уже состоявшийся, уже ведется работа над созданием платформы. Поэтому думаем, принимаем решение. Желаю вам удачи!